Сегодня 78-я годовщина со дня окончания Сталинградской битвы. Она продолжалась более полугода, и именно эта битва стала переломной в Великой Отечественной войне. В этой битве участвовали более 15 тысяч нижегородцев. К сегодняшнему дню в живых остались лишь четверо. Сегодня участницу битвы под Сталинградом Александру Алексеевну Нестеренко поздравил с 96-летием мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Поздравляю вас от всей души с днем рождения. Желаю вам, прежде всего, здоровья. И продолжайте активную часть в общественной жизни Нижнего Новгорода. На благо жителей, на благо нашего города. Спасибо вам за все, что вы сделали. Спасибо. Вам спасибо большое за поздравление. Стараюсь, во всяком случае, не стареть. В моей жизни столько было много и бед, как говорят, и голода, и холода, и страха, и всего-всего-всего. А сейчас есть возможность пожить, как говорится, людям приятное сделать, да? Добро людям принести. Пожелал Александре Алексеевне, конечно, доброго и крепкого здоровья. Продолжать активно участвовать в общественной жизни Нижнего Новгорода, несмотря на почтенный возраст. Она является председателем секции женщин-фронтовичек Совета ветеранов войны и труда Нижегородской области. Ведет очень нужную и полезную работу в части патриотического воспитания среди школьников. На ее рассказах, на ее примере четко и понятно становится, к чему приводит отсутствие чувства патриотизма у людей.